Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем чтение переводов хикметов Ходжи Ахмеда Яссави. Хикмет 20. «И вспомнил я светлейшего пророка Мухаммада, которого со всей душой люблю. Я жертвой стану на твоем пути, о Мухаммад. Кто в волне истинной твоей на память станет повторять хамду сана. О, поддержи меня, Аллах, и ты, пророк светлейший. Наполнил душу ты мою безумной любовью. И ты, о Мухаммад, меня к тебе любовью надели. Я как меджнун бродил по двум мирам. И сделай дервишем меня безумным, и поддержи меня, о Мухаммад. Убей меня, сожги, предав меня напастям, и в судный день ты в должниках меня оставь, любимый мой пророк. Не знал ты в жизни наслаждений, и думал лишь об уме своей. Ты сам есть чудо. Есть ли смысл печалиться тогда, о Мухаммад? Страдал всю жизнь свою пророк за свою уму. Ты вынешь из моей души всю боль, что так щемит во мне, о Мухаммад. В страданиях о грехах своей же умы пребываешь ты, о шах из шахов. И в судный день таким, как мы, упреком ты не станешь, Мухаммад. И от всего ты отрекись, и пусть тобой доволен будет Мухаммад. О мой Аллах, в мгновение ока я исчезну, о Мухаммад. Единственная просьба у меня — народ мой поддержать, в нем моя сила. И надели мою ты душу страданиями и муками, о Мухаммад, коль нужно для того. О милый лик твой лучезарный, о мой Аллах! И каплю той любви ты в море преврати, чтоб переполнило меня, о Мухаммад. О милосердный мой Господь, Гафар Саттар, на путь нас наставляющий, о мой Аллах! Не оставляй меня в пути, о Мухаммад! Мне капля суждена была того вина с тех пор, когда еще рожден я не был. И я воспеть желаю вашу мудрость, о Мухаммад. И Пирмуган, придя ко мне, дал сладкого вина. И коль намерение то чисто, поддержит Мухаммад. О, помоги достичь мне цели, мой народ. Прошу я аромата, так помоги его достичь, о Мухаммад. Открой же занавес и душу освети мою. Я твой наследник, Мухаммад. И помолился раб Ходжи Ахмед и попросил за всех ушедших. И коль поддержат меня духи, а жить бы снова мне, о Мухаммад.